Начало сегодняшней программы у нас будет не совсем обычным. И не только потому, что у нас, как вы видите, немножко изменилась обстановка, но по другой причине. Дело в том, что в этой студии я сегодня последний раз выступаю как ведущий телеканала «Интер». Я проработал на «Интере» неполные 7 лет, кстати, даже чуточку больше, чем когда-то на старом добром российском НТВ, в те времена, когда это был совсем другой канал, дороживший своей репутацией, высоко державший планку журналистского качества. Канал, благодаря которому я когда-то получил первую настоящую известность и популярность. Я прошу, можно не перебивать меня аплодисментами, я недолго вас задержу. Так вот, я хочу сказать, что я признателен тем, кто пригласил меня работать на «Интер», кто дал мне возможность продолжить в Украине, в независимой Украине, свою профессиональную карьеру. В Украине, которую я за эти годы полюбил всей душой, и которой я надеюсь еще послужить как журналист. Но при этом должен сказать, что я, конечно же, признателен всем, кто смотрел меня, кто помогал мне, кто меня терпел. Но все заканчивается, и я ухожу с «Интера». На это есть много разных причин, и право мне сейчас, здесь и сейчас, не хочется об этом говорить подробно. Ну, а если коротко, скажу, что у меня давно назрела потребность заняться новым, совершенно новым, может быть, даже несколькими новыми проектами в области независимой политической журналистики, которую я, к сожалению, на «Интере» реализовать не могу. Засим прощаюсь с уважаемыми гостями, а бразды правления в этой студии передаю моему коллеге Алексею Лихману. Украинским же телезрителям не говорю прощай, говорю до свидания. Очень скоро увидимся, как говорится, в другом месте и в другое время. Счастливо!